Что это? Хотела попить кокосового молока. Похоже на что-то жирное. Мне напоминает жир и немного рыбу. Пусть постоит. 2 hours later. Ничего не изменилось. Later. Прошло 3 часа. Я думала, оно растает. А запах реально как будто тушенка. И на вкус вначале как тушенка. Но потом чувствуется кокосик. Походу, у нас так очень холодно, что даже кокос не растворяется. Cheers.